Здорово, народ, с вами Имба. Сегодня мы продолжаем играть в режим «Убей босса и выиграй», и в этом выпуске вас ждет тактика «Много сплэша не бывает». Заключаться она будет, как вы уже поняли, в фистах Эмбер Спирита и нескольких Battle Fury. Ну а что из этого выйдет, мы узнаем сразу после спонсора. Traded.gg – это один из крупнейших сайтов по обмену предметов из Доты, КС, PUBG и других игр. Здесь самые низкие комиссии и инвентарь ботов на 500 тысяч долларов. На сайте ты можешь быстро обменять свои вещи на деньги и обмениваться предметами между разными играми. Заходишь через Steam, слева выбираешь вещи из своего инвентаря, а справа выбираешь то, на что хочешь обменяться. Вот и все, все очень просто. А приписав к своему нику Traded.gg, ты получишь плюс 3% к продаже вещей. Переходите по ссылке в описании, и там же вы увидите код на халявные полдоллара. Итак, друзья, мы вернулись в замечательную кастомку под названием «Убей босса и выиграй», в которой надо убивать босса и выигрывать. И карта у нас теперь 6 на 6. Она стала больше. Здесь стало больше фарма. Она стала круче. Возможно, будет побольше экшена. Да. Но я думаю, здесь так должен быть. Извиняюсь, что перебил. Да ничего страшного. Фармлю, да? Я вот эти вот забрал. Вот эти и вот эти. А я вот это фармлю, короче. Я не знаю, что будет тут стак или нет, но он должен же быть, правильно? Правильно. Ну да, 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 согласен. На топе руну забери, пожалуйста. А, блять, мы же в этот... И, короче, фишечка в том, что я хочу сегодня поиграть на Эмбере, но Эмбер у нас будет... Клипы. Илья, это сейчас на ноль поделю. Я понял. Не, ну просто типа я первый раз на этой карте, я не знаю, что... Смотри, смотри внимательно и... Ой, это не там говорится. Короче, крипы находятся вот тут, вот тут, вот тут. В этих местах находится по три стака. Два стака думов и один стак на ХГ мишек. Дальше. А вот здесь вот находятся эти молодые интересные Шары. Ребята на кентаврах. И, кстати, они появляются теперь вроде сразу. И то появляются... То есть я пошел не туда. И появляются они, ну, первый, по крайней мере, раз они появляются, как эти, скажем, я тебе скажу, легенькие крипы. Вот. Есть такая тема, да? А теперь вот тут. Вот точнее тут. Находятся крипочки, которые эти рошанчики. И, собственно, все. Сложно. Я ничего, ничего сложного. А еще вот здесь. Здесь. Я здесь. Парнить, почему я должен что-то запомнить? И еще где-то, короче. Ну, посмотрите, по карте там находятся руны. И это очень важно, потому что руны, как вы помните, дают всем и все и сразу. И советую вам их собирать по чуть-чуть. Было бы неплохо, по крайней мере. Если бы их пособирали. Ну, и, кстати, стакаются, появляются они на каждой второй минуте. Вот, тоже хотел сказать. Это важно. Да. Не как в дефолтной доте каждую минуту. Ой, каждые 5 минут. Так, ладно, здесь не прикольно. Итак, я надеюсь, что это у нас не повторится. Господин на антимагии больше у нас отключаться не будет. И таких неловких пауз тоже. Вот. А я недорассказал нашу сегодняшнюю темку. Здесь, короче, есть крипы, не крипы, как их называют. Предмет, точнее. Ой-ой-ой, что-то я слишком сильно в себя поверил. Очень жалко, потому что я сейчас или умру. Как я не по таймингу все сделал. Здесь есть Battle Fury. Два направления. Один обычный Battle Fury, который до третьего уровня. И другой называется Demon Fury. Не надо тебе? Нет? Темпор? Нет? Не надо? Ладно. Один из них дает интересный сплэш какой-то непонятный с кучей статов, а другой апается исключительно из других ботов фури. И именно вот второй вариант мы будем собирать, но мы соберем сначала просто именно вот эти вот ботов фурики отдельно, потому что каждый из них дает по 60% сплэш урона, чем не может похвастаться первый вариант ботов фурика. Главное не завтыкать, залочить предметик. Вот. Ну и, соответственно, вы знаете фишечку с кучей-кучей сплэша и знаете, что из этого по итогу выйдет. Такие дела. Резко все замолчали. А Наян все бедный ходит. Ты, вот тут они фармят. А либо вот тут, либо вот тут. Сейчас. У меня не было денег на варды. Я тебя умоляю, ты фазы себе купил. Так, ну, я еще постоянно подождал, когда они накапают.
пью ботинок, пью воды, пошел ганой, все, и вупер. Вупер. О, как приятненько-то. Вот этот щиток, это самая настоящая тема, если не забывать его прожимать. Он просто, он разрывает, ну, дэмэдж по тебе вообще тупо не проходит. Не знаю, я и так на снайпере стою, у меня дэмэдж по мне особо не проходит. Ну, потому что ты стоишь и кайтишь их выстрелами. А у меня, я к сожалению, мне нужно стоять и перед мобами лицом торговать. Вот. И у меня нету такой привилегии, как стоять и настреливать, пока они туда-сюда бегают. Приятно, что никто ни у кого опыт не ворует. Да, вот в этом плане, да, теперь круто. Теперь у нас тьма тьмущая фарма. Прососались и все, и как бы, да, и нормально. Без проблем, да, фармим, стоим. Да. Мне на самом деле еще самую малость, и можно будет... Будешь этот... пить? А, ты прям сейчас? Давай сейчас да. Его тут быстренько зафармлю и попью. Чтоб манку хорошо, сэкономить. Хорошо, я тогда здесь так зафармлю. Только хотел туда пойти, ну ладно. Все и сразу, как говорится, не получится, да? Блин, как же неприятно умирает. Это вот прям жесть. Ты у нас на ком? Да, по КД на каждой там... подожди, на пятой минуте тут румка или мы не забрали? Ты все там забрал? Не все, здесь осталось. Ну, я туда схожу. Хорошо? Там же не да, тронуто, там смотрим. Девственный стак, да? Да. Максимально. Ой, далеко не уходи, там 6 минута, руку забери. Есть там рунка? Что-то нет руны твоей здесь. Нет, смотри. Опа, есть. На карте почему ее нет? Не знаю. Они не включаются. Ой, снайпер, как ты не вовремя курочку взял? У меня как раз накопил... Я ждал, пока штормон. Я знаю, у меня тоже халибуп. Я ждал, пока к шторму прилетит, так что... А я смотрю, мы примерно одинаково фармим, да? Да. Огонь. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я на снайпере здесь еще ни разу, по-моему, не играл. Так что там что-то попробую, что получится из этого. Слушай, Войд, а давай я сейчас сделаю... Ага, не сделал. 593 секунды. Блин, хотел еще одного курьера купить, но чувствую... Бессмысленно. Очень длинная карта, очень большая. А мне вообще кажется, что если я не ошибаюсь, то эта карта, которая, скажите мне, я вам скажу, карта с Ангел Арены, которая Open или которая Reborn, не помню, старая Ангел Арена. Ну, по крайней мере, очень похожа по расположению. Вот. Просто и... в смысле с Ангел Арены. Что-что? Просто с Ангел Арены еще. Ну да, которая самая первая, самая такая дефолтная. Поехал фарм. Совсем нет. Ну, по крайней мере, она как минимум похожа. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Так, отключить порку. Нашел, наконец-то. Какой нашел, там был? Ага. Шестой. Шестой, а ты? Второй. Братан, иди пофарми. Не, вообще варды, ты, кстати, не там варды ставишь. К сожалению. Там где они фармят. Что-что? Надо варды ставить по бокам, там где они фармят. Да, вот допустим, тут вард поставить, тут и вот тут. И ты как минимум будешь видеть, фармят они, не фармят и так далее. Твой день. Не хватало на тот момент. Ну, теперь ты знаешь секрет фирмы. Так что, дерзай, смело. Эта карта не с Ангел Арены, это карта Перебор называется. Как? Перебор. Да. Перебор. Она слишком здоровая. А, Перебор, я понял. Ангел Арена, Перебор. Отличная карта. А, да, помню. Вообще шок какой-то. Есть такой немного, довольно великовато она кажется на первый взгляд. Но, поверь, я сейчас немножечко расформлюсь, парочку предметов себе получу. И этой карты станет мало, особенно учитывая то, что здесь фармлю и я, и Илюха. А вы знаете по всем предыдущим видосам, как любит фармить Илюха. Ровно как и я. Вот, так что в перспективе нам действительно будет не хватать, возможно, этой карты. Да, я думаю, хватит. И так сойдет, да? Или как там? Да. Орбов Веном. Я заметил, что обычно у меня вот с которой раз я играю, и где-то к 9 минуте у меня выпадает Орбов Веном. Ну, это жесть. Рунку возьмете?
Ты, кстати, на Ян тоже не этот, не стесняйся рунки там подбирать все дела. А я беру. А ты берешь? Молодец. Не стесняюсь. Пошли выпьем шарань. На, тебе не надо, я понял. Вот сейчас один предметик я соберу, и будет вообще топчик. Так, 25 урона, это, конечно, прикольно, но я думаю, поглощать будет поинтересней. Курьер. Можно курьера? Ты фармил медведя здесь? Да. Хорошо. Я везде фармлю. Ну, ты любитель пофармить. Что ж там? Я вообще любитель пофармить. Да, Ну, а кто не любит фармить? Типа, это действительно. На этом, на самом первом видосе по создай героя, по фарму, ну, то, с чего началась вся вот эта вот фишка с фармом, извините меня, уже 500 000 просмотров, так что, кто не любит пофармить? Ой, что-то медведи жесткие. Отстаньте от меня, я вас не трогал, вы меня не трогайте. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Ну, там крипы начинают убивать ребят. Крипы уже? А может они на этих? Нам, кстати, Рошана бы побыстрее забрать. На самом деле. Не, можно попробовать, но... Мне снайпер нравится, вот. Типа, глянь просто на мой третий спел. Сейчас, секундочку. Так, а где ты? Дальность атаки 50. Мне просто как бы интересно, чем человек думает, когда он делает в кастомке дальность атаки с пассивки меньше, чем в обычной доте. Ну, не знаю, он пытается как-то типа балансировать, типа, но это не особо у него, видимо, получается. Суть снайпера в том, что он наваливает издалека, а типа добавляем туда статов, я не знаю, в чем прикол. Не, ну поначалу тебе же это не особо надо. Вот, я чуть-чуть помогу, прости, я правда не хотел настолько сильно это делать. Так, мне и потом это, в принципе, не понадобится, если у меня всего дальность 250. У меня Dragon Lance даст мне больше, в принципе. Ну, а потом-то у тебя же нормальная дальность будет. В доте плюс 400, чтоб ты понимал, с последнего левела, а тут 250. А, согласен, туфта. Я, да, я поэтому говорю, типа, делать кастомки, в которой все герои апнут, но большая часть героев апнут, а делать у снайпера дальность атаки меньше, чем в обычной доте, это как минимум как-то странно. Ну, согласен, твое недоумение имеет место быть. А, так, а знаете, что я хочу? Я хочу... Вот такую вот штучечку. Не знаю, что она мне даст. Но пусть будет. Кстати, давайте манга очень раз много ее регена дает. Добавили. Кто-кто дает? Вот. Манга очень много регена дает. 2.5. Может быть. 2.5. Да, в принципе. Если выпадает, имеет смысл... Не, вначале просто имеет смысл брать, чтобы... Когда выпадает, да. Когда выпадает, да, согласен. А так, ну, не знаю. Ну, для конштарма можно купить, потом сожрать, типа... Чем бы нет. Да, да, сейчас соберу. Опа, а там минерчик фармится. Там это где? Не знаю, я услышал. Видимо, где-то тут. Кстати, о, вот и минерчик. Лего. 12 левел. А, умер, да? А, минку сломай! Я на него больше смотрел. Минка нифига не мало урон носит. Да, я согласен, но я хотел как можно быстрее убить его и что-то завтыкал немножечко. С этими минками. Кто у нас по нашей карте? Ребят, вас вообще не смущает вот эта вот молодая леди? Смущает. Не убьем. А что поделать? Так, минерчик, я надеюсь, у него вижена нету. Ну, отлично, у него вижена нету. Да, кентавры, я же говорил, там кентавры, причем они изначально такие себе. Ну, не особо проблемные. Ай, господи, можно уже быстрее? Тут, чтобы по карте пройтись, надо полчаса потратить. Просто пройтись по карте, это же жесть. Ну, заставляют покупать ботинок, все нормально. Все, хлеба. Ох, как же хорошо, что хлеба здесь никто собака. Не выфармился. А, не, их фармили уже по 2000. Ну, тут ты чисто свиток, по-моему, фармится. Мне интересно, скул почини работает или нет. Кто? Что? А, есть такая штука, как School of Midas, он за каждого крипа дает больше опыта и голда им дополнительно. А, было написано, что с ним, что его пофиксили. Нет, там чисто... А. School, именно School. Понял, понял. Так, ты вот тут и то это фармишь?
Я, да. Не, вот я там двоих вижу. Это снайпер, да? Я за тебя говорил. Ну, я три стака вот этих. А, хорошо. Все, отлично. Типа я как обычно, мне дали три стака, я фармлю, никуда не бегаю. Чё дали, тем и рады. Да, вот теперь поярче, 25 уровень. Слушайте, ну а вот эта вот фишечка с книжечкой, приятная темка. Интересно, как тут медас работает хорошо. Не с такой книжечкой. Высоко тоже приятно. Так, вот это возьму. Босса идем убивать? Да, можно, в принципе. Я полностью поддерживаю эту идею. У меня как бы просто 100 урона, я не думаю, что там супер-пупер полезен буду. Не знаю, у меня 200, и я думаю, каждый 100 урона будет полезным. Не стукайте меня от фарма, пожалуйста. Давайте не хребет. А, молодой на Яне. Оставь урону, пожалуйста. А. Это кто просил? Блин, ботов, вот. Сорян. А тут сорян, эти братан. Он не добавил, интересно? Кого? Ну, на рунах. Помните, вам делали? Ну, чё там же? В реборне. Ну, для ловкачей, для силовиков, скажи мне. На рунах еще апаются, я не помню, как они называются. А, вот эти вот, я понял. Аегисы типа такие, да? Да. Не, такого я еще не видел. Печально. А где босс? Ходил пару на рун. Босс вот тут один, и вот второй. Вот здесь кто? Рошан. Соберитесь, там я прилечу. Вот Рошан. Ой. А, это там, где я хотел фармить изначально, да? Почему бы, собственно, и нет? За фарму босса. Были бы рады. А я снайпер, я могу и босса зафармить. Так, темпуар ассасин. Посетите, пожалуйста. Хорошанечка, сейчас посетите. Мы вообще как бы. Ого, это было сильно на самом деле. Так, иду. А, тут другой Рошан теперь. Еще не, он такой же, просто модельку изменили. Короче, пришли все бить, кроме тех, кто должен бить. Фигу. Ага. Да, Найс побежал, конечно. Прибежали все, кроме тех, кто нужен. А, ну я, в принципе, довольно неплохо себя уже чувствую. Я думаю, сейчас, наверное, я десяточку, точнее, пятеру потрачу. Повис во всех чертям. Не, отвис. Пятеру потрачу на этот... Почему Болтстоун не покупается? А, не знаю. Он здесь не... нет его. Ладно. Пятеру потрачу еще на один БФчик и попробую как-нибудь помочь на Янчику. Который у нас благородно ходит, фармит. Что на самом деле? Ну, типа, Bloodstone, то, что не покупается, это как-то такое. Не покупается Bloodstone? Да. Но он не работает, в принципе, его купить нельзя. Блин, почему, когда я хочу взять предмет, обязательно появляется иконка, то, что его уже взял снайпер? Потому что... Типа, я тоже жду, я никуда не забираю, потому что изначально она летела к тебе, потом летела к Шторму, потом летела обратно ко мне. Все нормально. Ладно, сбегаю домой, очереди, да. Так уж и быть. Медленно летает курица. Добавить бы 5 курьеров, ну типа как в этом. Чтобы у каждого свой был, было вообще идеально. Ну это было бы слишком жестко. Ну или курьера немножко побыстрее сделать. Ну да, хотя бы так. Ну вот это пока не то, что тебе нужно. А, так, пятера. Блин. Наян, приди на базу через немножечко. Давай. Я тебе скажу. Не статов, а этот... книжечку ему. Книжечку счастья хочу взять. Кстати, имеет смысл точно так же, как он вам делал Лени Борн. Ну, типа, оставлять одного на фарм, а остальных просто в гангу. Типа, да, здесь фарма хватает вообще на всех, на самом деле. Нет, ну, если один герой будет выфармлен, он просто потом вселиться пойдет и поломает. Ну, а чем плохо? Ну, хотя, в принципе, тут нет киули, тут дело не в том, типа, киулими-то нет. Да, вот концепт, в этом вся соль. Типа, если бы тут киулимит был, то да, имело смысл быть.
в одного босса не забираешь, потому что, как мы поняли, даже при очень большом перефарме, ты на лансе, когда через баг играл, забрать босса проблематично. Я бы сказал, очень проблематично. Ну, да. Так, Наян. О. Спасибо. Пожалуйста. А, нельзя. В смысле? Как и Бастари. Даже как и Варенин, даже. Да. Нельзя кормить? Левелап нельзя. Ёперный балет. Прискорбно, на самом деле. Очень прискорбно. Да, я надеялся на лучшее, но ладно. Чё уж поделать. Тогда ассасина, Ян. Тогда себе. Тогда себе привезу. Почему бы и собственно нет? Это они забрали, да? Да, смотри его. Я чё сразу шторма на верхней панели не увидел. Чего? Шторм его нету просто. Да, да, там выглядывает. Он как бы и есть, и его как бы нет. Вон я сколько там. Ты как этот, шторм Шрёдингера. Вроде бы и есть, а вроде бы и нет. Да. Шторм, ну ты езжаешь, можешь богатство забрать. Так, надо, кстати, здесь... Да, забывай. Быстрее передвигаться. Блин, тактика кучи ботов фури, конечно, офигенная тема. Просто с одной кнопочки зажимаю, забирается стак. Я еще думаю линзу взять, чтобы подальше кидать фисты. Ну, тоже какое-то уже извращение. Называется фарм для ленивых. К вам, по-моему, кто-то пришел на ганг. Кто, где? Хочу увидеть. Да, там кто-то вот здесь вот был, короче. Потом, походу, винвиз шел. Ты там кайте его по максимуму. А статы тоже? Статы не тоже, да? Не-не, статы тоже нельзя передавать? Ну, в ангеларе не можно. Угу. Интересно. Так, мне, наверное, надо будет сейчас два бота фури объединить и... И взять какую-нибудь тарасочку собрать. Без нее реально грустно. Так, я придумал способ, как мне быстро забирать предметы без курьера. Ну, как, в принципе, придумал. Это было очевидно. Понимаете? И простынь. Ну, да. Это у кого? Тинкер. Ой, Тинкер, говорю, тащит. Кстати, а Тинкера ж тут нету, да? Нет. Вроде нет. Надо тогда тарасочку тоже взять. Затарить, чтобы была. И все-таки объединить два батл фури. И можно уже в золотые предметики выходить. И как раз посмотреть, что вообще происходит у этих молодых интересных. Ну, кто сюда идет? Интересно, у них есть тут? У нас ворды как-то стоят буквой Ю. Где? Вот это вот. Ненормально все. Чисто по-наяновски. Блин, ну, не да, успел. Ой, ты какой злой-то, а? Чё-то дуэль дал. Ой, куда я полетел? Ну что ж ты будешь с этим делать? Ну ладно, раз что прилетел там, уже. По троллю. Вот тролль такой себе, типа. Так. Снайпер на трех стаках, это больше уфармливает. Ну, я не зря сюда прилетел. Определенно не зря. Вот тут, кстати, довольно большое количество этих предметов. Ой, предметов. Мобов. Что-то я не то сказал. Ой, как красивенько, все синенькое. Я прям аж в рифму это все сказал. Прям таки, да. Да, тут, блин, они тут фармят. Слушай, а ты можешь вардик наверху завардить? Да. Вот, выходи, вот, разговор есть. Слушайте, а против кого-кого, но против лансера, мне кажется, будет с моей тактикой кучу ботов фури особо интересно общаться. Так, а вы тут откуда взялись? Оу. Друг. Не ори. Не дома и дома не ори. А как я его добил, лол. О, лансер, он просил пообщаться. Давай пообщаемся. Где? Так, ладно, миссы. Пообщались, проверяй. Ага, не говори. Слушай, может, интереса ради еще один второй синенький батофури собрать?
Кажется, споткнулся. Кажется, он что-то не ожидал. Или переоценил свою возможность. Это зашел. Так, вот это вот отключить, а вот это мы включим. Еще 32 урона, кстати, кроме что так подарили. Тролль бежит. Уже давно. А что у них сверху происходит? Мне вот прям интересно. Не знаю, что у них там происходит. Я потихоньку формирую. Можно, кстати, нам пойти сейчас, да, поговорить с вот этим боссом. К примеру. Порвали. А ну, иду. Если он не сбивает этот самый, то я могу затанковать. Что не сбивает? Не-не, он сбивает Тараску. Пойди. О, кстати, золотой Рошан. Ну, типа, левел 2. А, прикольно. Чем? Так, кидай. Сейчас прилечу, парни. Чуть-чуть позже, точнее. О, антимаг. А скоро работает? Что? Блин, мне вот еще... На которого Наяна работает, нет? О, Наяна у Вайда. Не знаю, кстати. Что именно? Черепок твой работает? Да, работает. А что ты их тут помогал? Ой, это Хайди тебя сейчас убьет. Ёпт. Какая бабочка классная, слушай. Что у вас там происходит? Мне как, прийти? Там нет. Справляетесь? Ой, нет. Не справляетесь. Понял. Непонятно. А ты кот, кстати, мог его убить, наверное. Может, его ребят стоят, что ли? Ничего себе. Непонятно. Возможно. А может, просто бочки стоят. Иди сюда. Сзади. Один на нашем боссе. Кто сзади? За нашим боссом пошли. Угу. Отлично. Обойдутся. Как красиво-то получилось. Руны появляются, я их только беру, они появляются. Не пойдешь ты туда. Давайте босса заберем. Я специально. Я знал, что ты успеешь. Что именно успею? Да, я там шрайн заранее завязал. Вот это главное не юзать, а то у меня что-то с маной какие-то проблемы. А где вся моя мана? А тут... Это что, все, все в драку сейчас так ушло? Походу. Да. Интересно. Ну, блин, надо считать, сколько стоит ее чейна. Ну да. Так, давайте, наверное, критулечки за Максим. Блин. Нажмешь? Дотянусь? По идее, должен был дотянуться. Да, теперь я могу... Став. Теперь я могу тпшиться... на крипов. Ой, на крипов, на эти, на варды. Вот это классная тема. На варды? Да. Охренеть. Типа стайк будет. Блин, у меня мой рюкзак просто рай перфекционистов. Смотрите, все синее. Реально синий весь. Синий сундук, звучит не очень. Это флэш стак будет работать, что нормально? Годная штука, да? Там крит магическую заклинание. Нормально. Сплэш став, это который с колечек собирается. Вот, который типа дает крит к магическим заклинаниям. А, не знаю, должен. Даже попробуй. Дуэль кинешь? Нет? Говорят ли. Ну он с этим, слышишь? Сатаником. Да, не ожидал. Да что ж, ой, так только я могу. Твою мышь, где этот курьер? Капец, ну как же так? Все ж так хорошо начиналось. Не, ну правда, ну как так застрять-то можно, а?
Они босса хотят убить? О, ребят, давайте поможем им. Можно помочь им здесь босса убить и собраться все вместе сверху. Да, Илья? Да, сейчас иду. У меня, кстати, целая куча колец на реген в этом. Что за дискриминация, я не понял. Что? Да, Илья? Да потому что тебя вечно, команда вся в одной точке, а ты непонятно где. Я не это хотел сказать. Вообще я имею в виду, что... Почему у меня нет манорегена? У меня же целая куча батофури. Так, так разраб, ты ж... Манореген разве? Ну, здрасте, приехали, у них же там эти колечки. Ну, так посмотри. Нет, я понимаю, 4 восстановления... ну плюс 4 к восстановлению маны, у меня плюс 8 должно быть. А у меня восстановление маны 2,7. Ну тогда инвалидная фигня, которая типа до сих пор не пофикшена. Да, она не работает. Боже, ты что там творишь? Я влетел на всю ману. Но да. Рошу не убил. Но влетел, видимо, красиво. Жалко, я этого не заснял. Это что? Ну, судя по тому, что у тебя был ультракил, это было четко, как минимум. Я думал, не хай. Думал, что? Ну, реген думал, не мана не хватит. Типа 52 всего при таком... У него с регеном маны в этой костюмке это вообще дичь происходит, на самом деле. И вообще, в смысле, с маной. Со статами вообще вот просто этот... Но именно с интеллектом, с остальным еще более-менее вроде. Не-не-не-не. А, кстати, да, с интеллектом, потому что, помнишь, мы с тобой как раз обсуждали тему Battle Fury, который... Всего много, а маны нету, интеллекта нет, она нет. Да, согласен. Дичь какая-то. Кто-то курьера любит переюзывать. Антимаг бежит. Где? Не ты ли это? Здесь. Ой. Что не делать? У тебя два заряда уже, да? Да. Нормально. Пойдемте, вот мы сейчас пока большая часть... половина там, половина... Во, большая часть находится снизу, пойдемте босса заберем. Который трава снизу. Занимано хватит, за что? Ну, мне лень, короче, бегать, я буду трава в каждой карте покупать, чтобы взлетать ком. Ну, правильное решение. По-моему, это будет эффективнее. Вниз прилетите. Кто там вниз? Войд, ты нам нужен. Немножко я хотел. Сейчас, тревожка летит, все. Бить начнет, я подойду. Подлечу, я бы сказал. Начали. Ой, закончили. Ну, для кого-то закончили. У него есть сплэш? Нет. Просто если я прилечу сейчас... Ой-ой-ой, я не дождался секунды, фисты дал. Да ладно, я в принципе ладно, тогда сам справлюсь. Идите на верхнего. А может и не справлюсь. Может у них труда забрать. А может и не справлюсь. Венгов успеет подключить? Рода богатства дают сколько? 100 голды, ну такое. Один кто-нибудь придите на верхнего, пожалуйста. Я вот здесь ползу. О. Неплохо. Там босс стоит. Привет, Наен. Здрасте. Обожаю вот эти ботиночки, как они работают абсолютно без этого. Без анимации какой-либо, в принципе. Я еще не понимаю, зачем на холибуке большое количество интеллекта. Типа, его собирают для того, чтобы сплэш был, собирают... Ну это ж холибук, это ж книжка, это ж что-то связанное с этим... Холибук не дает так много, да? Да-да-да. Так, фисты, наверное, мне сейчас лучше не юзать. Я помог. Лучше не жми. Ты полезный. Да-да-да. Ладно, последок хотел нажать, ну ладно. Так, теперь я не буду так делать. Кинул. Теперь я буду целенаправленно тпшиться. Ибо, ну его нафиг. Где? Как-то странно она работает. Широшики. С задержкой какой-то. Ой, я слышу, там драка. А можно с вами? Боже, как мне нравится анимация вот этого сплэша от Battle Fury 3. Голема, да, забрали, братан, забрали. О, слушайте, я опять с антимагом разговариваю, опять через видео. Молодец. Так, у них кто-то тут фармит. А чтобы мне к ним попасть, мне тут фиг знает сколько пробежать надо. Прикольно. Почему бы здесь переход не сделать, я не понимаю, что не так-то. Так, ты можешь тпшиться просто.
Просто. Просто, да. А бегать по карте не могу, обязательно нужно ТП. Прикольная тема. Чтобы, знаешь, закрытые, короче, эти острова. И тут через телепорты. ТП через корабль. Кстати, я помню, есть... Это что? Враг. Надо думать... Так, что-то я промахнулся немного фистами, ну ладно. На Янда дел. Мы сможем босса-то забрать? Ой, фистами этот, чайнами. Больше это интересует. Центрального? Ну, конечно. А, забирал уже. Надо этот сетик. Так, у меня одного подвисло сейчас. Немножечко. У всех. Надеюсь, это такое временное явление. Мы Рошана убили. Силу света. Интересно. А где они фармят, я не пойму. И фармят ли вообще? Что-то сверху я никого не вижу. Да и снизу вроде не особо. А, вот вы где. Вот вы где. Прекрасно. А где еще один? Как же она медленно летает. Это пипец. Легионочка, кстати, меня сейчас, возможно, и убить может. Капсилен консфер. Ой, Лансер, боже, как же это приятно сейчас будет. Ай, черт. Опа. А че прожал? Блин, надо было подождать, чтобы он дуэль дал в меня. Было бы сейчас по теме. Хули-хули-булка. Ну, кстати, 35-я минута и почти есть этот. Как его зовут? Почти есть Экскальбор. Ты справишься, да? Ага. Ну да. В принципе, справишься. Всё. Ну, ты сейчас как что-то странное собрал. Типа, Кая, линза, дизолятор, фазы. Он просто не особо определился, кем он хочет быть. То ли он керри, то ли нет. В этом фарма все равно не хватает, алло, что да, за в смысле, бред? Не знаю, мне все хватает. Я вот по всей карте летаю и фармлюсь. Это Шембер. Ну, это понятно, все равно как-то. Ну, на этому тоже хватает. Кому а. На шторме. Летает себе без проблем. Нормально себя чувствует, да? Да и правда неудобно то, что вот это вот обходить надо. Я представляю, что будет, если это будет не на Эмбере. Так, кто-то у нас подфидил. Почувствовал, да? Чуть. Кто-то чуть-чуть подфидил. Ну, как бы вот так до Экскалибера. Не знаю, мне кажется, можно и быстрее фармить. Я немного отвлекался на от всякое. Еще здесь Илюха играет. Илюха сложнее фармить. Ты на топе не приходишь, я тут топ вам. А ты вообще вылазки какие-то делал, кроме этого? Да, я в босса ультанул. Класс, вот это было классно. А давайте вместе сейчас соберемся и не, я хотел фарманем мишку одного. Давай. И почему так подлагивает? Слишком много крипов, видимо, не вывозит. Где? Дайте, я их скушаю. Хочу много крипов. Хочу, чтобы было слишком много крипов. Это проблема для шкасов. Я бы туда сейчас как кинул фисты. Да как зафармил бы все. Вот так вот парочкой критов. Я смотрю, вы их там вообще окончательно задушили, да? А, не, это просто лансер фармится, и мы это видим. Все, я понял, за чего лагает. Слишком много лансера, а не слишком много крипов. Надо убивать его постоянно. Надо фиксить его. Где он-ка у нас? Где? А, вот он. Боже, штормом сейчас, наверное, так классно играть. По всей карте летаешь. Кнопочки нажимаешь. Ну, это чувство, когда челик забрал моих крипов и отъехал. Нефиг было забирать. Так, я смотрю, что-то вы там прям вообще конкретно нафидить решили, да? По мелочи. Слушай, а пойдем мы этого заберем, Илюх? Кого? Среднего сразу? Ну, а почему бы и нет? Ну, дай я тогда сейчас этот дальность атаки возьму, где это пика.
апнутая. Должна же быть. А в принципе, если нам еще и команда поможет, потому что как бы 40 минут уже и давно пора заканчивать, но мы до сих пор... Сейчас, буквально. Как говорит Шнуров, сисю мнем. Ну, можно и помять. Кот пока. Кот наплакал. За лекар накидывать, что ли? Что-то не слишком жесткие. Нет, просто их много. Медведь-то один. Ну опять мало не хватит. Блин, чуть-чуть не хватает. Ладно, сейчас подожди, я прилечу на тебя. Это кого забрали? Рошана они. Ой. Все. Так. Все. Как бы мне сделать? Ладно, готов. Лечу. Сейчас ко мне долетает. Ну, где? О. Ну, до меня кур летит, чё, где? Не, я не за курьера говорил, я за этого. Как его, предметик? Не предметик, лавку не могу найти. Я по базе бегаю, а лавка нигде не находится. Давайте кераску. Ну что, готовы? Можно. Ready, steady, go. О, я влечу у него. Блин, как же мало урона. Ой, что я сейчас сделал? А что это? Ну, пассивочку, боже, спасибо. С соседним также общаемся. Вы вроде и сами забираете. Ай-яй, плохо мне. Так. Дружище, ну ты чего? Ну надо было просто одну кнопочку нажать. Отлично. Ха, я полезный. Так, я у кого-то, у ПГГ. Третья рапира. Выложи ее на шрайне. Вот. Выложил. Не на шрайне, но выложил. Почему я не могу пик сделать из вот этого апнутую пику третью, например? Что не так? Зачем? А такое бывает? Ну, в смысле, зачем мне Dragon Lance, если я хочу, например, пику? А чё она? А, типа нельзя вместо Dragon Lance пику сделать? Да, апнуть, в смысле. Ну, я понял, я опять не долетел. Я могу забрать рапиру. Вот тут блинк есть, подбери. Около верхнего медведя. Блям. Ай! Как не добил меня? 900 урона, у него было 800. Прикольно, играем. А, кстати, Excalibur дает меньше, чем все те предметы, которые... Ну это понятно. Входят в него вместе взятые. Да, заберем. Ну естественно. Сейчас. Просто проблема в том, что... Точнее, не проблема, а фича в том, что это один предмет, а не 10. Ну все равно как-то слишком мало, мне кажется, он дает. Давайте внизу босса заберем. Ну, ты должен чем-то жертвовать, когда у тебя слоты, ну, чтобы освободить слоты, по сути. Согласен. Давайте снизу босса заберем. Я сам не справлюсь, он слишком жирный. В прошлый раз вроде сработал. Не, он же сильнее становится. Настолько? Что даже Влад не справляется. Вау, шок. Шок-контент. Блин, ну кто-нибудь туда перелети, шторм, где-то стоит, я сейчас, секунду, прилечу к вам. Лети на меня. А, здесь нельзя пройти. Так ты сюда перелети. Алло. Во. Сейчас, парни, иду. Я вот прям почти, я прям рядом. МКБ, короче. Толкнул. Ладно, можно понял. Ой, минус кто-то. Фига ты улетел. В смысле? Прямом, печка. Это было просто не обратка, а пассив коллеги. Ой, снайпер, зря ты этот предметик взял. Теперь ты выталкиваешь их с нейротоксина этого. Не, нормально, он оттолкнется, потом побежит на нас и типа, ну, будет возвращаться на свое место и перестанет нас бить. А ты его наверх прям не можешь закинуть? Могу. Он толкается обратно вроде. Да, он обратно толкается. Толкайся, давай. Толкай. А там ХП. Так, идем на верхнего. У кого есть ТПшки, на меня ТПшьтесь. Сейчас. Конечно. Жулик. Не воруй. Зачем я всю ману потратил? Просто чтобы тебя пролететь. Ты что выбросил? Они там как, расформились?
Ну, Лансер немножечко. Ой. Лего тут что? Тихо, зря. О, ты чего? Я. У нас там антимаг около пара. Ух ты, как больно-то, а? А, тут алибурда? Наян вообще опасный, там заряженный всем подряд. Почему ты меня разъял, с ним залетел, чем куда пойти? Ты решил так полетать чисто, да? Реген. Маленький, да? 99 всего, типа, учитывая итемы, реген должен быть куда больше. Ну, может, это специально сделано, чтобы этого шторма пофиксить. Так, этим ты фиксишь любого мага, типа. Может, мы и центрального сможем также забрать? У него как бы статов и мы урона. Мы этого бьем фиг знает сколько. Так у него, извини меня, 173 брони и 6400 урона. А у этого 3500 брони и 200 урона. Наоборот. Урона почти брони. Так же. Почему меня бить начинаешь? Я тебя сейчас не могу. Мне вот просто этот сетик дособирать. Что такое? А, ой, я кого-то... Сори. Сетик, говорю, мне вот это дособирать и нормуль. Я смогу танковать. Да, теперь можно просто брать и бить крипочков. А, у меня МКБ нет. Полезный талант, у меня есть атаки без промах. Пользуйтесь. Да. Я попадать буду с ним. Смотрите, что у них происходит. Шторм. Блин. Лиман нет. Я не удивлен. Летаешь там просто так. От нефиг делать туды сюда. У меня 450 интеллект. Всего число 40 раз маны. Ну вот, кстати, будет что починить разрабу в следующем обновлении. Кстати, молодец, занимается постоянно чем-то. Что-то делает, что-то там обновляет. Карты добавляет, там находит, где еще стырить, каких предметов с других кастов. Или это намек, типа, покупать шарды на интеллект. Ну, не, шарды есть на интеллект. Ну, нет, я про это говорю, что покупать. Нет, у тебя реген 103 все равно. Да. Мне кажется, там он лимит какой-то выставил и все. Так, и в этом вся траба. А, так я еще не сделал шарды. На деньги. Не, у него все равно, типа, даже на фонтане у него там реген маны идет очень плачевно. Сравнить, чтобы... Во всех вроде. Нет, ну, хп, так нормально идет же. Ну хп, да, всех мана всех. Вообще не регенится. Вот, да, вот. Мана вообще печально. А, кстати, фонтан из-за шторма же и порезали. Вы же вспомните видосик про шторма. Был аж грешок небольшой. Когда штормом можно было обузить и летать по всей карте, фармить кого и что угодно. Чувствую, после этого... Ой, после этой записи как-то БФ-ки, может, пофиксят. А в чем прикол? Ты даже если несколько соберешь, их не имеет смысла фиксить, потому что такое. Ну, не так много дают. Особенно ту, которую ты собрал. Если задуматься по сравнению с левой, она дает куда меньше. Угу, только левая в перспективе тоже нифига не дает. Ну вот. А ты еще и пофиксить хочешь то, что и так дает говно. А, у нас тут кто-то фермит. Ну, видный какой. Так, ну, по идее, я могу танковать. Я сейчас один предметик соберу, и можно будет прям идти и прям убивать. Ну, убиватор 228. Код беги. Тут максимально 50 левел, серьезно? Да. Блин, да что ж тут выформлено все так? Ты прям убиваешь их там? Или так? Балуешься? Я балуюсь. Давай я побалуюсь. Спасибо, братан. Все. Наверное, не обратил внимания на такой замечательный итем, как Durable Set. Или как он там называется? Да, Diamond. Diamond Set. Я почти угадал. А, не, он тоже, да, Diamond Durable Set. Все правильно. Блин.
Не путай меня, друг. И это сколько тут? Шарды, наверное, не дает. Так, ну что, погнали, парни. А, на центрального босса я танкую, вы размениваетесь. Ну, появись уже, лавочка. Неужели? Как же она долго думает, появиться или нет. Сейчас, да? Ну, вот сейчас на вот этом медведике проверим, насколько сильно я могу это все делать. Ну, именно в плане танка, насколько я танк. Ух ты, а что ж у меня так трясется все? Хреново, я танк? А куда у меня тычки летят, я не могу понять. Так, скажи... В смысле? А есть тычки. Это как? А я по медведю стреляю. Огонь. Ага. Ладно, сейчас к вам прилечу. О, там ребята фидят. Снайпер, иди помогай. Что такое? Ты по тычкам. А что я бью? А что происходит? А мы медведя бьем. Илюха, а не я? Понял? Все, понял. А блин. Это вот такие вот приколы так. От разработчика новые. Я думаю, что за фигня, как кого там бьют. Так, фисты я не юзаю. В принципе, пробиваем. Илюха максимально быстро сразу к нам. Ну, 9 секунд, 8, 5, 6, 3, 2, 1. А, там этот. Рядом. Уже не надо. Угу, у нас тут охрана. Снизу не пройдешь. Слышь, антимаг так решил. Под шумочек. Ой. Найс, триги на него. Прикольно. 300, кстати, маленький, очень маленький. Это изорная. Так, минус шторм. Выжил? Да ладно, сколько у тебя там хп? Или не выжил? Снайпер, минер очень пытался. Да, я согласен, но видишь, тут его невозможно танчить без даймонда этого дюрабл сета. Ну и в то же время не хочется на него нападать без экскалибура. Экскалибур больше интересен для фарма. Короче, все сложно, вот эти вот два айтема, их можно выфармливать и быстрее, можно и дольше. Все зависит от вас и от ваших рук. И если вам понравились, как мы сегодня поиграли, понравился этот видосик, поддержите его лайкусиком, подписывайтесь на канал, а мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем пока-пока. Надоело проигрывать? More MMR помог уже тысячам людей стать сильнее. Регистрируйся сейчас и поднимай свой ранг.